Обычно тренировочный процесс тэквондистов специализированной детской юношеской школы Олимпийского резерва имени Шамиля Умыханова проходит в малом спортивном зале. Но так как многие на каникулах, занятия прошли в центральном комплексе. Более трех десятков совсем юных спортсменов занимаются у молодого, подающего большие надежды, тренера Сулеймана Ахмедова. Я уже 2 года тренирую в школе Шамиля Умыханова. Ребят, ну человек 35 вот так занимается у нас, 2 смены. Вот. Есть ребята, которые уезжали на соревнования в Чечню. У нас у себя в Хасавюрте были соревнования. Мы уезжаем в Махачкалу на встречу. И есть пока, можно сказать, результат самый высокий. Это победитель из КФУ по юниорам Гатиев Ахмат. Он попал на первенство Европы, который проходил в городе Шахты. И, ну, есть ребята перспективные, вот по юношам в этом году будут драться человек 6-7, вот, надеемся на них и готовимся к этому. Тэквондисты за эти годы приняли участие на многих турнирах, и не только по Кавказу. Участвовали на чемпионате России и на международных турнирах. Одни из последних – «Дети Кавказа», «Кубок Нальчика» – проходили в Кабардино-Балкарии, в которых выступали спортсмены со всего мира. Наши тэквондисты, как и на других турнирах, стали лучшими. СКФО проходило в Владикавказе, Осетии. Там отбирались на Россию, и я выступал в весовой категории 48 килограммов и провел 2 схватки, выиграл первое место. 2 очень сложные схватки провел Ахмед. Ему 16 лет, но он уже успел принять участие на многих турнирах. Первая схватка прошла со спортсменом из Северной Осетии Алании. Финальная же с тэквондистом из Ингушетии. Спортсмены, которые посещают данную секцию, в основном тренируются больше года. 2 раза в день. Их возраст от 5 лет и старше. Я хочу все такое. Люблю здесь тренироваться. Буду выигрывать всех в мире. И тренироваться тоже люблю. Кубок Кавказа и Каспия – официальные турниры, которые входят в календарный план Федерации тэквондо России по юношам, юниорам, молодежи. Все первенства республиканского и всероссийского масштаба. Новый соревновательный этап уже начался. И как рассказывает тренер-преподаватель Сулейман Ахмедов, основная подготовка будет на городской турнир, который пройдет в декабре во Дворце спорта имени Гамида Гамидова. Арслан Дациев, Алмаскан Амаев, информационная программа «Пульс».